Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим очень ароматный супчик из копченой курицы с плавленым сыром. Итак, нам потребуется один копченый окорочок весом 350 грамм, одна луковица весом 100 грамм, одна морковь весом 100 грамм, зелень, укроп и петрушка, 5 картофелин общим весом 500 грамм, 200 грамм плавленого сыра, подсолнечное масло, соль и черный перец горошком. Некрупным кубиком нарежем картофель. Около сантиметра в ширину и в толщину. Мелким кубиком порежем лук. Таким образом. Натрем морковь на крупной терке. Курицу лучше взять и снять шкурку. Ну, в принципе, можно нарезать и со шкуркой. Дело ваше. Со шкуркой бульон будет более жирный, без шкурки менее жирный. Остальное мясо нарежем небольшими кусочками. Кость оставляем, она тоже даст навар. Мясо нарезаем кубиками, не очень крупно. Вот таким образом. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Выбираем меню, режим жарко, вид продукта, овощи. Ждем 3 минуты, чтобы масло нагрелось. Прошло 3 минуты, отправляем обжариваться лук и морковь. Лук и морковь обжарились, прошло 5 минут. Отключаем режим жарко. И добавляем мелко порезанную курицу. Вместе с косточками. Картофель. Плавленый сыр. 200 грамм. Если у вас кусочками, его необходимо порезать, чтобы он лучше растворился. Добавляем столовую ложку соли. 5-6 горошин черного перца. И заливаем это все кипятком. 2 литра. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме суп. Уменьшим время, нам потребуется 35 минут, чтобы картошка успела свариться. Нажимаем старт, через 35 минут суп будет готов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой очень аппетитный и ароматный супчик. В готовый суп добавим свежей зелени, укроп и петрушку. Суп получился очень вкусным и ароматным. Думаю, многим он понравится. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!